Привет, я тут. Ну что, друзья, до конца весны осталось совсем чуть-чуть. Да что чуть-чуть, несчитанные часы буквально нас отделяют от долгожданного лета. Но за это время нужно успеть массу дел. Каких? Расскажем прямо сейчас. Давайте разбираться. Вот парни молодцы. Уже, наверное, давно начали заниматься спортом. А я вот никак себе не мог всю весну настроить и к лету тело подготовить. Если вы в моих рядах, то, друзья, давайте за последний день нам нужно себя замотивировать, чтобы летом начать заниматься спортом. Еще один пункт в нашем списке забывашек весенних дел – это убрать теплые вещи. Если, друзья, у вас такие в шкафу остались еще, обязательно их переберите вечерком. Посмотрите, что из них пришло в негодность, возможно, что-то нужно заменить. Ну а что вы собираетесь носить в следующем сезоне, хорошенько упакуйте и уберите на дальнюю полку. Продолжаем тему одежды, друзья. Если зимние разобрались, то с летней еще остались небольшие вопросы. В уходящие часы весны обязательно обзаведитесь самыми крутыми солнцезащитными очками. Ну, либо достаньте свои старые. Не забудьте про яркую, крутую кепку. Ну и, конечно, закажите себе откуда-нибудь классную светлую футболку с интересным принтом. Я вот себе заказал. Давайте посмотрим, что пришло. Беленькая. С Микки Маусом. В конце весны стоит определиться с тем видом транспорта, который вы еще не освоили. Велосипед, ролики, лонгборд, скейтборд, самокат, да что угодно. Выбирайте, что хотите. Главное, чтобы вы за лето научились на этом кататься и потом кайфовали. Какие все-таки ароматы сейчас стоят на улицах города. Все зацветает, все цветет. И деревья, и цветочки. Поэтому, друзья, доставайте свои телефоны и делайте великолепные фотоснимки. Даже можно заказать профессионального фотографа, чтобы запечатлеть в последний денечек уходящей весны такую красоту вместе с вами. Только слишком много не выкладывайте в социальные сети. Всего должно быть в меру. Насладитесь лучше побольше природой. Знаете, друзья, я понял. Не весь этот список можно выполнить до конца весны. Можете не успеть. Но главное, не расстраивайтесь. Перенесите его на лето. А до конца весны точно нужно успеть это самое лето распланировать. Потому что, друзья, впереди у нас самые крутые 3 месяца в году. В общем, отдыхайте и получайте удовольствие от предстоящего теплого солнышка. Мороженка вкусная. Я не капаю на себя? Нет, не капаю.